вообще вижу центеллу азиатскую, надо брать. Просто увлажняет, как бы, и все. Друзья мои, давно не виделись, да? Всем привет! Меня зовут Оля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет тематическое видео. Как-то я спросила свою аудиторию, какие видео вы хотели бы еще видеть на моем канале. И получила несколько ответов, что было бы интересно ввести такую рубрику, как «Пустые баночки». Но, честно говоря, я сначала подумала, что я буду рассказывать о каких-то средствах, которые у меня закончились в других видео, во влогах, да, просто вот как... Вот закончилось средство, вот оно мне понравилось или нет. Но за последнее время у меня скопилось достаточно много пустых баночек. Я начала их собирать, да. И я подумала, что это можно все оформить в одно видео. Достаточно информации у меня появилось. Плюс ко всему так сложилось, что у меня закончился практически весь мой дневной и вечерний уход. И я купила новые средства. Поэтому будут не только пустые баночки, но и полные баночки, новые баночки. Да. Ну и, собственно, без таких больших вступлений давайте начинать. Сначала немного вводных данных, да, мне 41 год, у меня обычная кожа, не жирная, не сухая, немножко есть вот купероз, покраснение, немножко пигментных пятен, ну, немножко возрастных изменений, да, чуть-чуть где-то появляются первые морщинки, хотя их пока особо не вижу, но... Поэтому средства, которые я подбираю, я выбираю под тип моей кожи, поэтому, естественно, те средства, о которых я вам буду рассказывать, возможно, могут вам не подойти, или там вы на них не обращали внимания, потому что у вас другой тип кожи, например. Вот, и это видео абсолютно никем не спонсировано, все я покупаю за свой счет, ничего не рекламирую, исключительно мое мнение, которое может вообще ничего для вас не значить, да, вы можете к нему прислушаться, либо нет, я не являюсь никаким там экспертом, косметологом, дерматологом, выбираю все на свой вкус и на свой взгляд, да, надо мне это, не надо, вот, поэтому ничего не рекомендую, просто делюсь своим мнением, да, и поехали. Начнем с пустых баночек, и первый кремчик, который я вам покажу, это вот такая малышка, очень люблю этот крем, покупаю уже в четвертый раз, покупаю исключительно в аптеках, больше он нигде не продается. Один раз видела на Озоне вот эти, ну, как сказать, вот этого бренда уходовые средства, но они там в два раза дороже, поэтому вот в каких-то аптеках вот этот бренд продается, и я его там покупаю. Значит, это увлажняющий флюид анти-эйдж с очень удобным дозатором. Это вообще первое, за что я его полюбила, потому что маленький размер, очень удобно брать с собой, легкий увлажняющий флюид, анти-эйдж написано, с легким ароматом лаванды, отлично увлажняет и днем, и вечером. Можно с собой взять вот эту баночку и не брать больше никакие там увлажняющие питательные крема мне, да? И вполне вот я ей обходилась. За лето я истратила два таких кремчика, и вот куплю еще на всякий случай, пусть он у меня лежит, иногда я просто даже люблю им намазаться, потому что очень приятный аромат, и вот этого бренда у меня еще есть тоник увлажняющий, который тоже заканчивается, и я его 100% повторю, мне очень нравится с утра мазать им лицо, потому что он классно как-то освежает, увлажняет, очень нравится. Нравится, что эти средства, они такие легкие, с приятными, легкими отдушками, ненавязчивыми. Вот, поэтому вот еще такой у меня есть тоник и пенка для умывания с гиалуроновой кислотой, типа того. Но мне нравится она тем, что она очень легкая, такая, знаете,
не оставляет пенки, очень быстро смывается, такая мягкая, не сушит, в общем, тоже очень классная. И этот бренд, он очень бюджетный, и там очень много разных средств для разных видов кожи с разными действиями. Вот есть анти-эйдж, есть с гиалуроновой кислотой, есть еще какие-то, по-моему, с витамином С. Короче говоря, однозначно буду повторять и возьму что-нибудь еще. Это в дополнение к пустому тюбику, да, вот еще расскажу про этот бренд, который я открыла буквально недавно для себя. Очень нравится. Дальше. Остановимся на сыворотках. Вот такую сыворотку я покупала от Icon Skin. Так, что она у нас тут? Она с центеллой азиатской. Вообще, вижу центеллу азиатскую, надо брать. Очень люблю маски с центеллой азиатской, потому что они здорово выравнивают тон кожи, у кого есть какие-то покраснения, в том числе у меня, да, с моим куперозом, очень классно работают средства с центеллой азиатской, особенно маски, как я поняла, потому что вот сыворотка, ну да, она увлажняет, ну, впитывается, не оставляет пленки, но вот так вот покраснение она не убирает, например, как маски тканевые. Поэтому я ее повторять не буду, но вот для разнообразия, для дополнительного увлажнения можно ее купить, летом пользоваться, но особого эффекта я не увидела, не знаю. И еще одна сыворотка у меня практически закончилась, осталось там чуть-чуть на разочек. Это сыворотка от L'Occitane, божественный эмертель, как они, в общем-то, его заявляют. Типа чудодейственное анти-эйдж средство. Не поняла я ничего чудодейственного, честно говоря. Стоит как крыло от Боинга, но просто увлажняет. Как бы, и все. Ну, приятный аромат, ну, вот тюбик такой, да, приятненький, но что там божественного, я не знаю. Цена, наверное, только, и все. Ну, как-то вот, я думала, попробую какую-нибудь сыворотку такую, знаете, ну, подороже что-то такое, тем более я люблю L'Occitane, мне там нравится серия с миндалем очень. Думаю, попробую вот этот эмертель, значит. Ну, не знаю. Ничего я не увидела такого. Ну, просто увлажняет. И все. Все, не знаю. Если у вас какие-то были чудодейственные изменения после вот этой сыворотки, поделитесь, пожалуйста, просто. Я не знаю, может, она действительно как-то разглаживает морщины, что-то где-то подтягивает, убирает там, я не знаю, выравнивает тон кожи. Нет, ничего со мной такого не случилось. Не знаю. Закончился у меня вот такой вот кремчик. Как его показать? Буковки переливаются, ничего не видно. Ну, в общем, это бренд Five Elements Remodeling Night Cream. Это ночной крем, у меня был такой же еще и дневной, анти-эйдж, я сейчас все беру, анти-эйдж. Значит, дневной крем у меня закончился значительно раньше, потому что он мне больше понравился, я им чаще пользовалась, и банку я выкинула. Остался вот ночной, я его тоже домазала. Ночной более плотный, это новое для меня средство. Вообще, хочу отметить, да, что я не пользуюсь постоянно одними и теми же кремами и сыворотками. Я предпочитаю менять. То есть, вот я попользовалась, давно не говорила, долго. Я попользовалась вот этим кремом. В следующий раз, даже если он мне понравился, я куплю что-то другое, дабы моя кожа не привыкала к одному и тому же средству. Не было эффекта отмены, потому что у меня был опыт. Я достаточно долго пользовалась таким, знаете, желтым кремчиком от Clinique, супер увлажнение, такой квадратный такой, как сказать-то, баночка такая с помпой. В общем, желтый такой крем, он мне очень нравился, я им пользовалась, ну, очень долго, а потом я поняла, что у меня после него кожа какая-то жирная, как будто бы, то есть все, переела кожу, он мне, ну,
перепользовалась. Поэтому сейчас я меняю средства. Если мне очень средство понравилось, я могу, ну, например, вот как этот крем, да, я им не пользуюсь каждый день. То есть это такая палочка-выручалочка. Я могу им начать пользоваться там через несколько циклов, то есть через несколько других кремов. Правильно, неправильно я делаю, я не знаю, у меня обычная кожа, я еще раз повторюсь, возможно, если бы мне нужно было какое-то там лечение, что-то такое, я бы регулярно что-то использовала, естественно, а так я меняю средства, и вот это был мой такой эксперимент, покупала в Ривгоше, мне посоветовал консультант, я попробовала, понюхала, мне понравилось, как он увлажняет, питает, дневной крем Five Elements, он более такой легкий, ну, что и правильно, да, он не жирнит, хорошо впитывается, хороший крем, нормальный. А вот ночной он более такой плотный, жирный, я не очень люблю такие крема, но с утра лицо не жирное, он хорошо, в принципе, впитывается, приятная баночка такая симпатичная, но я больше люблю банки с помпой, честно говоря, хотя покупаю те и другие, но с помпой люблю больше. Поэтому, кстати, Made in Швейцария кремчик. Если решите попробовать, то вот обратите внимание на вот эту фирму. В принципе, очень симпатично. Ну вот эта банка, всем знакомая баночка. Смывка туши с глаз. Покупаю 100-500 тысяч миллионов раз уже, не знаю, как только она появилась в продаже, как только ее изобрели, эту баночку, я ее покупаю. Классная смывка, вообще лучше всех, абсолютно. Пользовалась разными другими, но в итоге возвращалась все равно к ней, очень мне нравится. У меня достаточно чувствительные глаза, но вот от нее мне ничего не щипит, очень хорошо смывает, в общем, отличная штука. Зашла тут недавно в «Улыбку радуги», вот за ней же, за этой банкой, ее там почему-то не оказалось, Нивеи, не знаю почему, все время там стояла, но я увидела похожую, да, по цвету, вот такую вот баночку, «Мейкап ремувер», «Адали», в общем, что-то такое, думаю, ну, куплю. Слушайте, то же самое, по сути. То есть, вот так взбалтываешь, смываешь. В принципе, я не заметила разницы, поэтому, если увидите, можете тоже попробовать. По-моему, это какой-то аналог. Наверное. Да? Вот. Вот. Закончился мой любимый кремушек под глаза. Очень мне нравится. Тоже покупала пару-тройку раз, но думаю, надо поменять. Это отличная штучка, хорошо увлажняет, и еще у нее есть такой эффект, немножко подсвечивает, то есть там в состав входят такие частицы мерцающие, и как будто бы чуть-чуть переливается вот этот крем после нанесения, то есть он должен маскировать синячки, что-то такое, да, ну, как бы синячков у меня нет, у меня чаще наоборот, типа как мешочки такие под глазами, вот, но мне очень нравится еще тем, что не вызвал у меня никаких там, аллергических реакций, ничего мне не щипало и так далее, не раздражало, не отекало. В общем, мне очень нравится этот крем, но я его вот сменю на некоторое время, уже купила замену, да, изменяю тебе, вот, буду с другим кремчиком жить некоторое время, но, возможно, потом опять повторю, вернусь к нему. У него классная вот эта вот мазалка, мне очень нравится. Приятно. Ну, и последняя пустая банка, не так уж у меня их много, да, это вот такой крем от Биодермы, от розацеи, ну, в принципе, от покраснений. Я им мазалась утром, и мне казалось, возможно, у меня уже глаз замылился, я не знаю, что как будто бы покраснение становится посветлее. То есть мне так казалось, я не знаю. Но приятный крем, он абсолютно без запаха, немножко такой жирноватый чуть-чуть, но моя кожа его замечательно съедала, все нравилось, жирность уходила, все впитывалось.
и потом хорошо на него наносится макияж, но эффект не долговременный, то есть это не накопительный какой-то эффект, а вот разовый, я так поняла, то есть вот мажешь, немножечко становится светлее, смываешь, и как бы все возвращается на круги своя. Повторять, наверное, не буду, буду искать что-то еще, возможно, мне что-то подойдет лучше, но, в принципе, вот можно попробовать такой крем. Да. Перейдем к полным банкам, к заполненным, к целым, короче, которые я купила, к новым банкам перейдем. И начну я с крема дневного, ночного, пользуюсь, когда захочу. Вот такой вот от Icon Skin, очень нравится. Первое, что нравится, это упаковка, вот такая помпочка. Раз, чуть-чуть выдавил, и красота. Вот так размазал, понюхал, очень вкусно пахнет, приятненько, ненавязчиво. Хорошо увлажняет, прекрасно под макияж, кожа не сохнет. Я не знаю, не стягивается, очень нравится, пользуюсь буквально 2-3 дня, пока никаких нареканий, ну, типа тут гиалуроновая кислота, естественно, упругая, энергичная кожа, ну, ничего энергичного я не заметила, конечно, но вполне себе справляется с увлажнением, пока никаких нареканий, все окей. Еще один крем купила, вот такой, La Maison. La Maison. Вообще это корейская фирма. Почему La Maison? Что-то на французском как будто, да? Здесь крем с витамином С. Да, мажу его вечером, потому что витамин С, ну, все-таки он может быть таким, знаете, провокатором, может спровоцировать появление пигментных пятен, поэтому я его мажу вечером и с утра обязательно SPF. Вообще сейчас все время SPF, потому что на солнце жарит вообще. Ну, по-моему, забыла, что у нас осень, и фигачит вообще вовсю, да, у нас там 30 градусов, понимаете? Поэтому мажу вечером, покажу вам упаковочку. Упаковочка мне понравилась, смотрите, какая жизнерадостная, да, оранжевая прям. Есть лопаточка, да, не люблю лопаточками, но приходится. Очень приятный аромат, невероятный, прям вот, знаете, очень какой-то свежий такой. Сразу хочется в какой-нибудь бассейн прыгнуть. Ну, очень жизнерадостная баночка. И приятный очень крем, хорошо впитывается, он не жирный. Я вообще больше люблю крема на такой, на водной основе, без большого количества масел, вот этих жирных и так далее. Это тоже такой он на водной основе, хорошо быстро впитывается. Пока эффекта никакого не увидела, разочек, по-моему, я им пользовалась только, или два, ну, в общем, да. Ну, попользуюсь подольше, расскажу вам, что там витамин С у меня, как он вообще на коже себя ощущает. Вообще полезная штука, выравнивает тон, да, кожи, ну и вообще питает, трали-вали. Полезен витамин С, он вообще везде полезен, не только в коже. Тут еще помимо витамина С куча всего, экстракт, гриболиственная губка какая-то, плодов сливы, тулака, в общем, накидали туда всего, в эту баночку, вот, посмотрим, по крайней мере, никаких аллергических реакций у меня выявлено не было, посмотрим, что хорошего после нее будет. Дальше, купила вот такой вот кремчик в La Roche-Posay под глаза. Написано, что крем для контура глаз, для сверхчувствительных и склонной к аллергии кожи. Что-то у меня со склонением какие-то проблемы. Тоже классный тюбик, вот такой, симпатичный, тоже с помпочкой. Вот, выдавливается очень хорошо, можно чуть-чуть выдавить. Приятно распределяется. Такой он не супер жирненький, но есть что-то такое, маслица. Вот, я уж тут понамазала всем подряд. Не знаю, он, по-моему, без запаха. Пару раз я им пользовалась уже. Мне нравится. Никакой реакции не было плохой. Не жгло, не пекло, не опухало.
Вот, поэтому буду пользоваться. Это вот с ним я буду изменять своему полету, поету. Вот. Дальше. Вот такую маску от Урьяш я купила. От розацеи, покраснений и так далее. Не использовала еще ни разу. Небольшой тюбик. Надо побольше, чтобы на подольше хватило. Ну ладно, если подействует, то купим еще. Так, что, все что ли? А, ну и закончим. Обычно я всегда беру еще пару-тройку масочек в заказ. Вкладываю, да? А в этот раз взяла от Darling. Мне нравится этот бренд масок. Цена-качество. Не все маски, наверное, супер-пуперские, но вот про эти я тоже почитала, что классный эффект. Взяла, попробую. Это освежающая маска с вау-эффектом, сияние. Как-то это сделала. Ага, понятно. В общем, да, взяла масочки еще. Вообще маски, это такой у меня must-have. Всегда беру какие-нибудь маски, где бы я ни была, неважно, потому что раза два в неделю точно ими пользуюсь. Вообще надо бы почаще уже, конечно. А, о, так, ищ... Так, это, у меня тут есть пылесос Валера, он со мной разговаривает периодически на китайском, да. Еще взяла маску же тоже La Mise или La Mise, как читается, я не знаю. Это просто анти-эйдж маска, несмываемая, просто наносишь на ночь и впитываешь. Ни разу такую вот не брала, чтобы несмываемая. Попробуем, еще даже не распечатывала. Тоже хорошие были отзывы, посмотрим. Тут по-русски даже все написано, что хорошо. Результат заметен уже после первого применения. Посмотрим, расскажу вам в каком-нибудь влоге, предстану пред вами в этой маске. Вот, и скажу потом, каков был эффект. Так что, да, вот теперь все. Все вам показала банки и пустые, и заполненные. Вот, если вы какими-то средствами пользовались, и у вас есть на этот счет какое-то мнение, можете написать его под этим видео. Мне будет очень интересно, я думаю, всем нам, девочкам, мальчикам, кто будет смотреть это видео, интересно будет мнение. В общем, буду заканчивать это видео. Напишите, как вам понравился такой формат или нет. Было ли для вас это полезно и интересно. И увидимся с вами уже очень скоро в новых видео. Скорее всего, это будет влог. Да. Всех целую. Всем пока.